За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старый в одном селе. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитой сумой возвращались домой. Стало сызнова смеркаться, средний брат пошел сбираться, взял и виры, вилы и топор и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором, жутко было молодцу. Но вот утро, он к крыльцу. «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте. Ночью страшный был мороз, до животиков промерз». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет. Изо всей дурацкой мочи, распрекрасные вы очи, братья, ну ему пенять, стали в поле погонять. Вот он сходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучится и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь и вскричали. Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак. Много ли времени отмало, что и ночью пробежала? Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в дом за дело? Год ли два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Саню сказку продолжать. Ты ж хоплов себе разбей, так не выбьешь 2 рублей. Ну, Гаврилов, ту седмицу отведем. Их в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим, а с деньчонками сам знаешь, и попьешь, погуляешь, только хлопни по мешку, а благому дураку не достанется догадки, где гостят его лошадки, пусти ищет там и сям, ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой. Говоря промеж собой, про коней, про пирушку, про чудесную зверюшку, время катится чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град столицу, чтобы товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли с кораблями немцы в город за холстами. Не идет ли царь солдат, басурманить крестьян, вот иконам помолились. У отца благословились, взяли 2 коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи подбирался, на ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест горбушку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает. И с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Тут конек ему заржал. «Не тужи, Иван, — сказал. — Велика беда, не спорю, но готов помочь я горю. Ты на черта не клепи, братья конников свели». Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать. Хоть Иван и вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал». Старший, корчась тут, сказал: «Дорогой наш брат и ваш, что переться, дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот». Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли съестным лукошко, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них горазд. Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем, светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит — давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Так кешмя вот и кишат. И смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Царь не мог тут усидеть, надо кони поглядеть, — говорит он, — да не худо и завесь такое чудо, гей, повозку мне». И вот уж повозку ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился, за царем стрельцов отряд. Два же брата между тем деньги царские получили, в опояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились. Стали жить да поживать, да Ивана поминать.
Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан, что наделал наш Иван. Находясь во службе царской, при конюшне государской, как в суседке он попал, как перо свое проспал, как хитро поймал жар птицу, как похитил царь девицу. Как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнечном селении киту выпросил прощение, как в числу других затей спас он 30 кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился. Словом, наша речь о том, как он сделался царем. Сказка сказывается, а не скоро дело делается. Зачинается рассказ от Ивановых проказ. И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли. Конь золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался. Лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой. Только начало зриться, спальник начал шевелиться. И, услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать. Спальник наш, собравшись силы, говорит царю: помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос. Царь? Ну ладно, вот срежуся, и тот час к нему явлюся. Говорит послам Иван, тут наделал свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: а по что меня будил? Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом, приподнявшися: молчать! Ты мне должен отвечать. В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жара птицево перо. Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто: надо царь мне два корыта белоярого пшена да заморского вина. Довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Царь тотчас приказ дает. Вот полночной порой свет разлился над горой, будто полня наступают, жары птицы налетают. Стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта и толкует сам собой, разводя вот так рукой. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только бусурманы? С православной же земли не бывали николи. Царь так начал речь: послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, сирич молвит царь-девицу. Вот Иван к царю идет и такую речь ведет: для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья, да сластей для прохлаждения. Потаю ли царь-девицу, еду целую седмицу. Напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конюк Ивану: вон дорога к океану, и на нем-то круглый кот, та красавица живет. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился, и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот-то царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает стременой, что куда красна собой. Царь-девица, та, что дива, это вовсе некрасиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка. Вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым:
Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды. Не меня ведь вздернут на кол. Тут Иванушка заплакал. На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко перепевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная!» — говорит Иван, вставая. «Ты в другой раз не уйдешь и меня не проведешь». Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!» «Мой-ка, ласковое слово! Это слово, и все готово! Так утро, светик мой, мы обижаемся с тобой и начнем жить, перепевая!» А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред нее стал, ручки нежно пожимал, и балясы начал снова. «Молви ласковое слово! Чем тебя я огорчил? Али тем, что полюбил?» Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что Иванушка не весел, что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Помоги мне, горбунок! Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице. Так и шлет на океан. Дал мне сроку 3 дня только. Тут попробовать изволь-ка перстень дьявольский достать. Довелела заезжать эта тонкая царица, где-то в терем поклониться, солнцу, месяцу, притом и спрошать кое об чем». Это присказка велася. Вот и сказка началася. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер. И в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конюк Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минуты через 3 мы приедем на поляну, прямо к морю, океану. Поперек его лежит чудо-юдо, рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов». Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок бьется вихрем у ног. Едут близко ли, далеко, едут низко ли, высоко. И увидели кого? Я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал. Где, я слышал стороною, небо сходится с землей, где крестьянки и лен придут, прялки на небо кладут. Там Иван с землей простился и на небе очутился. Вот конек во двор бежает, наш Иван с него слезает. 9 месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц месяцович. Я Иванушка Петрович, из далеких я сторон, и привез тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай. Я из земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит, садясь, Иван. Переехал океан с поручением от царицы светлый терем поклониться и сказать вот так: «Постой! Ты скажи, моя родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня ли какой-то от меня?» Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. «Ах, Иванушка Петрович!» — молвил месяц месяцович. «Ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. Ах, уж как мы горевали, что царевну потеряли! Оттого-то, видишь, я
по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила, да грустила. Месяц вскрикнул: ах, злодей, вздумал 70 жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, посидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял. Светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. Ну, Иванушка Петрович, молвил месяц Мстиславич, благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение. И скажи, моя родной, мать твоя всегда с тобой. Полно плакать и кручиться, скоро грусть твоя решится. И не старость бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит, так вздохнувши, говорит: что, отцы, мое прощение? Получу ли когда прощение? Погоди ты, рыба-кит. Тут конек ему кричит: вот село он прибегает, мужиков к себе зывает, черной гривою трясет, и такую речь ведет. Тут конек на хвост бегает, перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит: чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божие веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, миг все раны заживит, долгим веком наградит. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо, рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили: царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли, только еж один из нас совершил бы твой приказ. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёж не рваться и кричать: будьте милостливы, братцы, дайте чуточку подраться. Распоклятый тот карась поносил меня вчерась при честном, при всем собрании, неподобной разной брани. Долго ёж еще кричал, наконец и замолчал. А сетры тут приплывают и без крика подымают крепко вязнувший в песок с перстем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Тут девица замолчала, на Ивана показала. Люба, Люба, все кричат, за тебя хоть в самый ад. Твоего ради талана признаем царя Ивана. Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ что есть мочушки дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей. Во дворце уж пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил, по усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.